Сегодня 17-й лунный день, луна убывающая в знаке Овна. Здравствуйте! Сегодняшний день благоприятен для проведения праздников, застолья и веселья. Это день радости и внутренней свободы. Необходимо пить побольше воды, поменьше употреблять шоколада, кофе и сахара. Полезны также физические упражнения. Благоприятно в дни Овна сажать все, что можно быстро употребить в пищу. Подвивать фруктовые деревья, сеять зерновые, а также собирать урожай зерновых. Складывать зерно на хранение. Всего вам доброго!